Дорогие друзья, этой ночью, пока вы все спали и видели божественные сны, это здание из места проведения центрального христианского события сентября превратилось в здание церкви, которой сегодня 19 лет. Давайте посмотрим, как прошла Евроазиатская конференция веры. На конференции служили такие известные и помазанные проповедники, как Артур Симонян, Ники Круз, Кристиан Окерхельм, Олег Попов, Исраэль Почтель, Василий Витюк, Мацола Исхаэль. Они учили тому, как строить церковь, что и стало основной темой конференции. Все дни конференции спикеры учили нас строить церковь. А давайте спросим прихожан, что же нужно, чтобы построить церковь? Поклонение. Верность. Моя семья. Кафе. Вера. Поддержка. Объятия. Команда. Терпение. Жду этими двумя словами паузу. Надо делать или нет? Время. Прославление. Сила. Иисус. Крест. Помощь. Бог. Уже можно? Еще раз. Давай. Смотри. Духовность. Пропасть. Любовь. Радость! Вам же интересно? Конечно, вам интересно, как прошла конференция. 8 богослужений, 96 мастер-классов, 3 круглых стола на актуальные темы для служителей. В кафе «Дом Матфея» было испечено 7140 блинов и выпито 37 тысяч литров кофе. Всего зарегистрировалось на конференцию порядка 2000 человек из 14 стран. Из них 170 пасторов, из которых 90 являются старшими пасторами церквей. Большое спасибо всем, кто служил на конференции. Большое спасибо всем, кто принимал гостей у себя по домам. Мы церковь до края земли. Так давайте будем считать, что с помощью конференции мы сделали отличный подарок себе, а также нашим братьям и сестрам на день рождения.